Добрый день, Картер. Можем мы видеть сэра Уилфреда? Простите, что без звонка, но это срочно. Если по судебному делу, мистер Мэтью, то мне очень жаль, у сэра Уилфреда накопилось очень много дел. Уверен, он взялся бы за это. Серьезное уголовное дело. И ни в коем случае, мистер Мэтью. Сэр Уилфред еще не здоров. Врачи запретили ему сложные дела. Меня посадили на диету, пытаются содрать с меня адвокатскую мантию. Здравствуйте, Уилфред. Горестные новости о вашем здоровье. Это так, так что найдите себе кого-нибудь помоложе, с артериями покрепче. Вы не уделите нам несколько минут, клиент со мной. Его зовут Леонард Волл. Боюсь, у него жуткие неприятности. Здравствуйте, мистер Волл. По словам мистера Мэтью, у меня все плохо. Сэр Уилфред, сэр Уилфред, вы опять кукситесь. Замолчите. Извините, Мэтью, приходите потом с менее волнующим делом. Например, о почтальоне, покусанном бездомной собакой.